я погибну от странной болезни или вдруг окажется, что я покончила с собой, я бы хотела, чтобы эту историю знали. Чувствовала, что я очень вспотела, запах пота был странный, как будто гниющие фрукты. Начала болеть голова, стало сложно ориентироваться в пространстве. Уже на следующее утро боль в животе, головокружение, тошнота, рвота. У меня начало отекать лицо, пальцы рук, ног. Появился то, что потом врачи опознали как ладонно-подошвенный синдром, когда горят ладони, стопы, они краснеют, раздуваются. Все симптомы такие активные длились несколько месяцев. У меня нет понимания, кто это сделал. Расследовательская команда «Инсайдера» и «Беллингкэт», которые до этого расследовали много отравлений, доказывали, что причастны ФСБ и ГРУ. Возможно, в моем случае это тоже верно.